Ну а перед тем, как мы начнем, уважаемый, не поленись, поставь лайк этому видео. Ведь ваши лайки помогают как и в продвижении видео в YouTube, и так и лично мне как автору этого канала заранее спасибо. Нурмагомедов и команда прибыла в Объединенные Арабские Эмираты для подготовки к бою с Гэджи. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прибыл в Объединенные Арабские Эмираты, где пройдет его поединок с американцем Джастином Гэджи в рамках турнира UFC 254. Команда бойца UFC Хабиба Нурмагомедова прилетала в Объединенные Арабские Эмираты, сообщил источник ТАСС 11 сентября. Здесь спортсмен продолжит подготовку к поединку с временным чемпионом дивизиона Джастином Гэджи. Бой состоится 24 октября на бойцовском острове в Абу-Даби. Напомним, 24 октября на турнире UFC 254, который пройдет на бойцовском острове в Абу-Даби, Хабиб проведет защиту титула чемпиона промоушена в легком весе в поединке с американцем Джастином Гэджи. Изначально бой был запланирован на сентябрь, но из-за смерти отца и тренера Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова его перенесли. На сегодняшний день на счету у Хабиба 28 побед и ни одного поражения в ММА, у Гэджи, который является обладателем временного чемпионского пояса UFC, 22 победы и 2 поражения. Здесь всемирно известный дагестанский спортсмен продолжит упорную подготовку к бою с временным чемпионом дивизиона Джастином Гэджи. Поединок пройдет 24 октября на бойцовском острове в Абу-Даби. Чемпион абсолютного бойцовского чемпионата UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов приостановил подготовку к поединку с американцем Джастином Гэджи. Подготовка проходит отлично. Прилетел в Абу-Даби, нахожусь тут второй день, но пока, правда, не тренируюсь. У меня заболел зуб и опухла щека. Думаю, завтра тоже без тренировок обойдусь. Если видели меня на турнире, посвященном отцу, то заметили, что я был в маске, это тоже связано с зубом. Думаю, послезавтра начну снова тренироваться. Пока все идет нормально, активная работа началась еще в июле, приводит слова Нурмагомедов.